Всем привет, дорогие друзья, с вами, как всегда, я Сарикс, и сегодня у меня в гостях Диасик. Всем привет. И сегодня мы снимаем видео «Повтори обложку популярного трека». В общем, у меня в гостях Диана, она лайкерша, и знаете, сколько у нее подписчиков? Целых 3 миллиона. И, возможно, кто-то из вас, смотрящий меня, ее знает. Так что, Диана, что ты хочешь сказать своим подписчикам? Всем привет. Да. Надеюсь, вам это видео понравится, так что ставьте лайки сразу. Да, обязательно лайки, комментарии. Но я думаю, мы будем приступать к делу. Видео нереально интересное. Суть видео в чем? У нас есть с Дианой обложки трека. И наша задача придумать всякий различный крутой реквизит, напялиться и повторить все за артистом. Я думаю, получится нереально весело и угарно, так что я думаю, надо будет приступать. Поехали! Короче, первая у нас обложка будет Иксо. Ой. Лимба Иксо, я сюда сейчас ставлю на экран. Вот. И что там нам для ней получается понадобится? Черные кофты у нас как бы уже есть. Далее нужна будет какая-нибудь кепочка, телефончик и в принципе все. А это что у него? Это у него прическа. Окей, приступаем. Пялил я, значит, вот такую вот подушечку. Теперь я думаю, приблизительно я похож на этого чувака. Ее вокал был Иксо. Она скрывает свое лицо. Впечатление после обложки. Это наша первая обложка, так что если что. Не судите строго, да, все дела. Это, короче, нереально весело. Видели меня просто в подушке. Это я вообще, это жесть. Мне даже приходилось вот так присаживаться, потому что мы были одного роста. То есть вот так. Здрасте. Короче, приступаем ко второй. Сейчас вы узнаете, что это будет за обложка. Сейчас сами узнаем, только ой. А, мы, кстати, сами не знаем. И вторая обложка у нас Драг Раки. Вы сейчас это увидите на экране. Думаю, нам мне надо будет одеть какую-нибудь курточку. Тебе, получается, надо вот будет вот так вот по деловому. Мне так вот волосы. Что, думаешь, справимся? Надеюсь, у нас все получится. Да, я просто надеюсь, что у нас все получится. Вы просто не представляете, как мы парились над первой обложкой. С виду вот это вот все легко, а на самом деле это просто взрыв головы. Но мы пытаемся. Примеряю Дианину джинсовку. Я выгляжу, если да, поставьте лайк. Я сейчас под видео больше дизлайков, знаешь? Ну слушай, так-то неплохо. Так-то мне идет. Я хотел взять ее за руку. Следующее, что мы будем повторять, это вот это. Это там два человечка сидят на креслах. Как называется, кстати, трек, чтобы люди знали? What is Love? Кэми Робинсон. Короче, я лично не знаю этот трек, но просто классная обложка, где сидят два чувака в опасных креслах, и мы как... Мы будем такими же. Для этого нам понадобятся вот такие вот тумбы, потому что кресел у нас черных как бы нету. А, расстояние. Ага. Кепка нужна, или это опять не кепка, это волосы? Это кепка. Да тоже кепка. У меня еще очень классная кепка, только я не знаю, где она. Ты слева или справа, или я справа? Я, которая без кепки. Я понял. В принципе, вот такая вот кепочка. Советую всем. Почему я всегда выгляжу во всех видосах, как непонятно кто? Ну, что? Классный образ. What is love? Baby, don't hurt me. Мы надели медальки. Я надела белую футболку. У меня халатик и золотая медаль. Это максимально бюджетный у нас косплей, чтобы вы понимали. Угу. Мы нисколько не потратили, но при этом выглядим, и просто посмотрите. Можно свою собственную обложку на трек создавать. Уже, я считаю. Так что скоро фит ждите. Это была самая сложная обложка. Но то вы понимали, у нас дальше там есть еще сложнее обложки. Если я уже в халате и в медали, и Диана в футболке и медали... Мы заслуживаем эти медальки. Я думаю, да. Особенно если вы поставите лайк. Итак, следующая у нас обложка, она достаточно прикольная. Посмотрите, называется Way Prod by SB Young Way. Я думаю, все знают Young Way. Там чувачок сзади с чемоданчиком, получается, а другой вот так смотрит вдаль куда-то на Кавказ. Я его не знаю. А, ты его не знаешь? Если вы его не знаете, тоже поддержите Диану в комментариях, а как бы... Я думаю, нам надо приступать. Смотри, значит, тебе однозначно будет нужна сумка. У тебя есть сумка? Вот. А мне это все, что есть. Нужен чемодан. И вы не представляете, где он? Он тоже здесь. Оп, оп, оп. Готово. Ты нужна мне, а завтра забудь. Просто напишите, пожалуйста, о том, как мы выглядим со стороны вот с этими всякими странными вещами, которые непонятно откуда у нас берутся. Причем реально вот все эти вещи, которые реквизит для обложек, они у нас дома. Угу. Интересно, у популярных артистов такая же фигня? Ну, если честно, даже не готовились к этому. Да, вы понимаете, мы просто на ходу импровизируем. Это все импровизация, никакого сценария, все реальные эмоции. Угу. Так что вот так. Так что надеемся, что хотя бы одна будет похожа. Пожалуйста.
сразу говорим, что мы не англичане, так что пардон. Короче, да, пардон. Следующая обложка называется Insane Often Batch. Не знаю, правильно вы прочитали или нет. Но она, кстати, довольно-таки простая. Нам нужно просто найти бокальчики, очки и все. Это не надо, там всякие чемоданы где-то наискивать и все такое. Просто им спокойненько наладить и все. Так что погнали. Там нужны два стаканчика. Один такой довольно-таки большой, а второй там маленький. И вообще, кстати, как мне эти очки? Я думаю, неплохо. Это просто, ребята, это даже я не сказал бы челлендж, это лайфстайл больше. Вот так вот, запоминайте их, а потом посмотрите на нас. И тут как бы все понятно. На этом, ребят, ролик подошел к концу. Мне лично нереально понравилось. Это было весело, угарно. Мы находили все вещи, которые прям в обложке, бегали по квартире, искали. Короче, это очень прикольный опыт. Я не думал, что у нас даже так получится, потому что я в халате, там, с медалькой. И, в принципе, смотришь так со стороны, и реально похоже. Вот правда. Что скажешь ты, Диана? Для нас это очень интересный опыт. Это моя первая коллаборация, так сказать. Кстати, да, это факт. У меня не было, да, коллаборации прям с какими-то блогерами, вообще ни разу не было. В принципе, тебе понравился видеоролик? Да, прикольно. Надеюсь, вам тоже понравилось, ребята. Потому что если вам понравилось, и вы наберете много лайков, и мы увидим активность, то, может быть, и будет вторая часть, кто знает. Только ко второй части, я думаю, мы уже подготовимся и будем как профессионалы. Ставьте лайки, обязательно подписывайтесь на мой канал, на лайк Дианы и на все ее соцсети, которые я указываю. На мой YouTube канал тоже пусть все подписываются. А, да. Кто не знал, у Дианы есть еще YouTube канал, так что на него тоже обязательно подпишитесь. Чё, лайк на лайк, у меня и так уже всех подписчиков. Ну вот, как говорится, вот тут я уже проигрываю. Подписывайтесь еще на мой Instagram, там, соседи. Все, которые только возможны. Да, лайк, там, на мой TikTok, давайте просто пропиаримся, как бы, и все. Нормально. Вот. Больше лайков, больше видео. С вами был Сайрекс и Диасик. Да. Всем пока! Какое у меня действие, я же толстый просто и все. Всем привет, дорогие друзья, с вами... Так. Раз, два, три. А мне больше всего понравилось, наверное, где мы сидели на пуфиках. Потому что мы там сидели. Мы там сидели, ничего не делали. Раз, два, три. Нет, это провальный тупой. Потому что я с чемоданом затупил. Максимально. Самый новый.